города нашего. Внимание, уважаемые участники праздничного мероприятия! Слева от вас боевым порядком выстраивается воздушная техника. По главе колонны выходит на рубеж легендарный многофункциональный транспортный самолет Ил-76, способный выполнять задачи по тушению глобальных очагов пожаров, обеспечивать эвакуационные мероприятия, доставку многочисленных гуманитарных грузов. За ним выстраиваются современные самолеты Суперджет-100 и Б-200ЧС. На подходе наблюдаем строй вертолетов. Возглавляет строй вертолет Ми-8, который также выполнял себя как самое эффективное воздушное судно, выполняющее различные задачи в самых сложных условиях. За ним следуют вертолеты среднего класса К-32, далее вертолеты малой авиации легкого класса Б-105. Наши орлы. Приближается колонна наземной техники, средств наземного обеспечения полетов, предназначенная для заправки воздушных судов топливом, газовым и специальными жидкостями, обеспечением электроснабжения различных систем воздушных судов. Вспоминаются крылатые слова: «Победа в воздухе куется на земле», благодаря труду наземных специалистов. Войдюк. Да, было. Впереди говнокосы. Не, ну он возглавлял парад тогда массив. Да. А парень массив.